все на моем канале. Спасибо вам, кто на меня подписался. У меня появились новые подписчики. Я очень рад. Спасибо вам большое, что вы меня поддерживаете, поддерживаете мой канал. И надеюсь, все так далее будет еще лучше. У меня есть очень хорошая новость. Наконец-то завтра день тот, который мы будем возить мою машину на пленку. Будем наносить пленку, карбон будем делать и пару еще мелочей. Цвет я вам пока не скажу, это будет сюрприз для вас. Я очень рад, я очень долго думал об этом проекте. Я не знал, делаю правильно, хорошо, потому что очень трудно найти человека, который делает пленку. Что вам хочу сказать, если вы хотите вашу пленку клеить в машину, вы должны знать одно, что вы должны найти правильного человека, кто это делает. Это значит, потому что, когда вы делаете пленку, человек, который не знает хорошо делать, наводить пленку, может повредить ваш лак с ножиком, острым ножиком, который режут. И если он не умеет с ним обращаться, то он очень быстро может его наносить вам царапины. Царапины вы можете их не увидеть, потому что когда наносите пленка такая толстая, потому что из-за этой толщины пленки царапины могут не видеться. Так что когда вам сделать пленку, вы не поймете, что машина поцарапана. Из-за этого потом вы не можете даже доказать. За то, что вы платите большие деньги, конечно, это стоит очень большие деньги. И вы должны найти правильного человека, кто вам можете немножко доверить ему. Да, вот такие вот новости. Будем делать карбон. Здесь у меня карбон, я вам покажу попозже. Потом у меня крыша будет карбон, сзади спойлер будет карбон и цвет. Надеюсь, что я сделал правильный выбор. Если видео это выйдет на этот канал, то значит все готово. Я очень надеюсь, что это видео будет очень успешным, потому что я очень много недель думал, как это все сделать. Это вот не очень легко, как мне казалось. Найти правильные слова, чтобы показать людям, кто меня смотрит, чтобы было все красиво. И что я хочу еще сказать, что если это видео выйдет на канал, поддержите меня, поставьте лайки, дизлайки, напишите ваши комментарии, напишите ваше мнение. Мне это очень важно, потому что я хочу продолжать дальше, хочу сделать больше видео. И чтобы, когда я вижу, что у меня просмотры хорошие, заработать я все равно не смогу. Вы это знаете, я не могу, надо очень трудно трудиться, чтобы подняться куда-то, хотя бы забрать там, не знаю, 40-50 тысяч просмотров, подписчиков, но это вот трудно. Я это делаю ради, так просто, как мой хобби, мне нравится, я пытаюсь это для вас тоже снимать, чтобы вы знали, что я знаю, и чтобы люди, которые хотели бы, например, сделать так же, как и я, чтобы знали, например, что должны они опасаться, да, это правильно. Потому что машина не дешевая, когда у вас машина дорогая, вы должны что-то знать, что как это все правильно сделать, чтобы не повредить машину, потому что вы потом будете, конечно, плакать. Ну все, что я хочу сказать, до новых встреч, дорогие друзья, подписывайтесь на мой канал, не забывайте лайки, дизлайки, пишите комментарии, опять же, и если ты меня смотришь, то ты знаешь, подпишись на мой канал, поставь лайк, это не очень трудно, и тебе это со мной ничего не стоит. Зато ты поддержишь мой канал, и я буду очень благодарен вам, друзья мои. Всем здоровья, до новых встреч. Завтра мы ведем машину на пленку. Буду снимать немножко по дороге, как я ее туда повезу. Ребята, будет все круто. Пока, ребята.
bass to the gas for the weed. Yeah, yeah. Stack up bass to the gas for the weed. Yeah, yeah, yeah. Bass to the gas for the weed. Yeah, yeah, yeah. Yeah, taking my life, thinking it's right. Switching and missing the point to the type. Washing the thoughts in the back of my mind. Telling that I know for fact that they mine. Watch me, I'm so low. I walk with your photo. Take money from the locked door. Bitch, move back what you came for. Swinging down the waterway. Take a dip in the flesh shade. I come with the landscape. I run with the wrong day. Tell me, bitch, that I wait outside. Tell me shit that I never hide. Thinking down with no side to side. Break down with no shit to try. I don't know about you, but I'm having a really great time. There's no way that I can express to you what I'm feeling right now. My heart is full to bursting, except to say, I'm the king of the world! Back.
прокачиваем с моим обзором. Рядом стоит моя машина с новой пленкой, с новым видом. Я очень доволен. У нас были немножко маленькие проблемы, потому что чувак, который заказал пленку, ему прислали пленку старую, которая была уже 9 лет. И пришлось подождать, потому что мы ее послали обратно, сделали рекламацион. Ну и наконец-то мы закончили машину. Выглядит она идеально, очень красиво. Я доволен, можно сказать. И цвет очень красный. Когда вот, особенно солнце, когда бьет сюда, вообще просто бомба. Очень привлекает внимание по дороге, когда я езжу. Все поворачивают, смотрят на нее. Сейчас вам немножко покажу чуть-чуть, как все это выглядит. Выйдем на солнце. Ну что, дорогие друзья, я как говорил, что если тебе понравилось видео, конечно, поставь свой лайк или дизлайк, напиши свое мнение. Мне это важно. Я хотел бы знать ваше мнение, как машина выглядит, нравится вам или нет. Ну, зато спасибо вам. И сейчас покажу, как машина выглядит. Поехали. Замучился, если правда сказать, вот это все думать, вот это все
Это просто ужасно. Ну, я думаю, все хорошо будет с машиной. Я очень доволен. Посмотрим, что через неделю получится. Пленка как поведет себя. Может что-то расклеится, может нет. Не знаю, посмотрим. Ну, на первый взгляд она выглядит неплохо. Ребят, спасибо еще раз, что вы меня поддерживаете. Спасибо за новых подписчиков. Ставьте лайки, дизлайки, пишите ваши комментарии. Мне это очень важно. И я постараюсь вам снимать побольше видик, как смогу. Следующий видик у меня получится, когда я поставлю летние колеса. Покажу вам, как она будет выглядеть. Это очень тоже хороший, на 20 дюймов. 285 ширина. Я думаю, будет она бодро выглядеть. Ну, до новых встреч, друзья. Еще раз спасибо вам. Всего хорошего. Не болейте, друзья мои дорогие. И увидимся. Пока.